школа высшего мастерства при Московской государственной консерватории, центр советской музыкальной культуры. Здесь, под руководством профессора Игумнова, работает молодой пианист Яков Флиер, получивший первую премию на втором всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Это класс Игум. В этом классе осталась та атмосфера, которая существовала 70 лет назад и 50 лет назад. Учениками Константина Николаевича Игумнова были Яков Владимирович Флиер, Лев Николаевич Аборин, Арно Бабаджанян, Белла Давидович, Наум Львович Тартман. Очень мощная школа. И вот в ней был Яков Владимирович. Он жил, он дышал, он творил, он играл именно вот в этом пространстве. Это пространство высочайшей культуры, это пространство абсолютной свободы духа.